Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Нигамок, Very Fast. Сегодня мы играем в Рекрикс. Пацанчики, поздравайтесь. Привет всем. Привет. Все же догадались по этой постройке, что сегодня у нас будет серия Пожиратель, который будет просто всех мочить. Ну, а пацаны должны выжить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Пацаны, вы готовы? Да, готовы. Ну что, погнали. А что это вы вертолет мне поставили? Чисто поржать, да? Да. Это то, я покажу, как я могу. Смотрите, просто обжора. Глаза еще так прикольно сделали. Ой, у меня штука отломалась одна. Хорошо. Сдаем назад. Пацаны, я погнал за вами. Прикольная очень игрушка. Первый пошел. Это очень сильно. Ай-яй-яй, как-то управление надо привыкнуть. Вообще просто. Ой, все. Вообще сильно. Можно возражаться? Конечно. Короче, давайте я возрождаюсь, вы. И на счет три будем начинать. Давайте на вот этом вот пятачке, чтоб недалеко. А ты бесконечно себе поставь. Не, не надо, так будет интересней. Ладно. Все. Будем пытаться поймать. Да вам не надо ничего делать, вы сами. На тебе, подстрачечка. Один улетел. Ой-ой-ой, повезло ему просто. Сейчас будем этого. Так, будем сейчас ловить вот этого вот. Как это? Не минивэн у тебя? Как это называется эта машина? Я уже забыл. Бобкэт. Во, на тебе. Ты мне лыжню одну отломал. Без возрождения. А, нет, хорошо, давай я тогда. На тебе сразу. Мне так непривычно в эту игру играть. Физика очень крутая здесь, но графон на высоте. Вроде идет сюда 60 кадров, оптимизировано. Смотрите, как я его наизично догоняю. Нет. Во, это эпичный кадр. Красиво. Ты еще живой, да? Да, еще живой. Так, я сейчас тебя буду ловить. Так, давай, не возрождайся, я тоже не буду. Пацаны. Давай, давай. Вот это у меня колес просто куча. Все, эта машина уже того. Ну вот, теперь она точно того. Все, теперь смел. Вообще ни о чем. Пацаны, я очень мощный. Хорошо, давайте сделаем по-другому. А я сейчас очищу карту и возьму пожирателя другого, потому что я накачал крутых. Хочу взять какого-то более быстрее или меньшего размера. Смотрите, я сейчас скачал вот такого глазастого. Надеюсь, он вам поднимет настроение. Он такой маленький. Ой, прикольно. О, не-не, он голимый, он голимый. Он голимый. Удаляем его сразу. Да, он. Он реально конченый. На картинке вроде кажется большой. А, он и похож на кучу говна на колесах. Ну, все сходится. Ну, у нас, конечно, есть вот такой вот просто гигантский пожиратель. Пацаны, ну, смотрите. Вот это жесть. Это бабайка. Бабайка, да, говоришь? Давайте посмотрим, что эта бабайка может. 5 скоростей. Нифига себе, наш дрифтует. Давайте, этот ушел первый. На. Пол машины просто оторвало сразу. Знаете что, я чувствую какую-то мощь. Давайте попробуем его просто схлопнуть. А ну-ка, аккуратненько подъедем. Чпоньк. За что? Чпоньк. Может как-то серию снять, когда мы будем чисто раздавливать классные постройки, механизмы этой машиной? Ну-ка, давай, мы теперь будем тебя ловить. А ну, кто на серой машине? Иди сюда. Попробуем на всю скорость. Пятая скорость. Нифига себе, догоняю. Повезло тебе. Ой-ой-ой. И, наверное, отломается, да, у меня сейчас? Ой, класс. Сейчас бабайка того. Так, бабайка такая себе. Давайте еще раз у кого-нибудь бахнем. Пацаны, вы готовы проиграть? Нет. Не готов. Ой, я могу щупальцы раскрыть. Ой-ой-ой. Пацаны, я еще еду, че вы? А нет, движок оторвало. Да кто-то стреляет по мне. А теперь там какая-то взрывается машина сзади тебя. Понял. Надо валить сразу отсюда. Давайте раскроем щупальцы, чтобы у меня было больше возможностей. На! Пацаны, чего подаетесь? Давайте пытайтесь выжить. Все, давайте возьму другую. И на это я, наверное, уже буду долго ездить. Потому что вот этот будет более такой крутой. Так, где эта точка? Вот мне кажется, вот это будет вообще крутецкий. Где он? Вот.
Воу, ребята, это идеальнейший вариант, что я мог найти. Оно еще само делается всегда. А, да ну иди сюда. Ой-ой-ой. Как это вы удалили? Просто размял его в говнище. Вездеход такой крутой. Уезжай, пацаны. Не надо туда лезть. А ты меня догони. Ну что, давай. А кто ты? На какой ты машине? Я на белой, на синей такой. Давай, я за тобой. Не, я лучше уеду. Смотри, как я дрифтую. Я тебя догоню точно. У меня очень мощная машина. Ага, догонишь. Чего? Я уже сотку лупашу. Я 200. Ты 200? Да. Ой-ой-ой, зря ты, зря. Не, я шучу. Ой, я тоже зря. Неплохо получилось у меня. Давай, 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 да. Ты можешь. Я еще жив. Бежим, бежим. Надо просто максимальную скорость сразу рубашить. Колеса одного не хватает. Я думаю, что я так плохо еду. Ой, какие-то запчасти. Давайте в город. Давайте сейчас в город поедем. Да я так вас догнать не могу, какой город? Ладно, ой, не могу взять. Ой-ой-ой-ой. Пока промокает. Блин, нет, ты что ли, меня ты кидает? Она очень как-то плохо ездит. А, я просто повредил ее сильно. Слышишь? Да, пока бр... Колеса. Да наголи моя! Короче, вывод. Самый первый пожиратель, самый крутой. Я могу сейчас тебе жесткого показать. А ну давай ты покажи жесткого. Пожиратель от подписчика. Может вообще сделаем какой-то классный ролик, когда вы подготовите и все постройки, которые вы найдете крутые, покажете в ролике. Сейчас. Нифига. Давайте я удалю свою кабаку. Вот это пожиратель, это какой-то экскаватор конченый. Че это не ты показываешь? Я показываю. Что это такое вообще? Я достаю своего. Давай, доставай, расчехляй. И это вообще какой-то странный механизм. Пока не ищут, я поставлю своего мощного пожирателя. Если что, мне... это из несколько. Давай, чай быстрей. Прощай. Значит так, Димас, да? Пожиратель, значит, мы взяли. Ого, то отвали ты. Это какой-то у тебя... А ну давай, пожиратель на пожиратель. Кто кого? Давай, я возрождусь. Проиграет тот, кто не сможет двигаться. Давай, иди ко мне. Пацаны, не мешайте, пожалуйста. Живой. Да, ты мне, кстати, вообще повреждений никакого вообще не сделал. Просто ноль. Это массивный просто. Бум. Ты очень беспечишь, что все, мастерскую скачал. Нормально, нормально. Я живой еще. Надо тебе вредить колеса, чтобы ты не мог двигаться. Проиграет тот, кто не сможет ездить. Эй, не мешайте. Нормально, нормально дрифтую. У нас хватка мощных пожирателей. Я ему отломал все клешни, наконец-то. Ой, кто-то мне попал просто под колеса и сразу проиграл. Я на месте могу классно дрифтовать. Я загорелась. Нет, надо ехать быстрее. А, нет. Блин, я проиграю, наверное, я загорелся. Да я живу еще. Это что такое вообще? На! Пугаешь так. Я его должен догнать. Он все-таки не слабый. Бум! Жестко! Я горю, да, я горю, но я еще еду. Я еще еду каким-то образом. Ты можешь двигаться? Не, я не могу. Я выиграл! Я двигался еще. Видишь, я еще еду. Еще одного. Да, я вижу. Давай еще одного. Я горю. Пацаны, давайте берите тоже пожиратели. Битву пожирателей. Мне кажется, это более эпичнее. О, давайте. Будет. Потому что гоняться с вами это сильно так просто. А вот пожиратели, когда одинаковые силы, это мощь. Не знаю, это считается пожирателем. Так кто по мне стреляет? Какое говно? Пожирателя. Бум. Просто ни о чем. О, Димас, помнишь этого танка, который тебя разносил всегда час? Бум. Разворот на 180 на месте. Где мой вот танк? Это мощь. Не знаю почему, но этот пожиратель лучше тебя же, чем твой.
Ну, я понимаю, потому что это и сам хуже. Ну, давайте, кто против меня? Последняя битва, пацаны. Да, я иду. О, давай, раз, два, три. Дави этого додика. Бум. Вообще сильно. Вот это мы в канале устраиваем. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.